Всем дел, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Фрешка, Лейтс, Энтифай, и сегодня у нас новая серия по манечку в CSGO! Ну, привет, привет! Здорово! Ну что ж, друзья, сегодня у нас вот такая вот крутая карта, нычек, здесь очень много телепортов, Коля, тем более. Вот, поэтому сегодня у нас будет просто сумасшедшие прятки, поэтому всем приятного просмотра, приятного аппетита! Ну, а мы начинаем, погнали! Хочешь эту тачку? Тогда тебе в автосалон! Ты найдешь топовые кейсы с дорогими скинами, новую систему апгрейда дропа, бесплатные кейсы и, самое главное, достойную окупаемость. Just Case. Крутые скины, доступны каждому. Переходи по ссылке в описании, чтобы получить бонус к пополнению. Ну чё, пацаны, погнали, покажу вам первую нычку на сегодняшний раунд. Маньяк у нас Паша, поэтому, пацаны, я думаю, что будет все очень-очень-очень просто. Так, смотрите, значит, идем за мной, Олег, главное, заходим в эту комнату. Конечно. Закройте дверь. Ты ничего не знаешь, Паша, ты сначала выйди, свои берлоги, и как понимаешь, такую, и начинаешь. Нычку, Олег, можно вообще угадать, это что такое? Ну, бегите, сучки, оно идет за вами. В смысле угадать? В смысле, я не понял, подожди, в смысле, Андрей, какие претензии? Погоди, стой. Открываешь дверь, запрыгиваешь. Ну, так, Андрей, ты зачем? Привет. Не говори ничего, Паша знает, Паша уверен, что он найдет это место. У тебя, Паш, ХП? Хорошо, Паш, могу, у него не нас... Нет, это не означает то, что нужно стрелять по мандику. Ой, покажу вам еще одну крутую нычку. Нет, Паша, не надо. Паша, пожалуйста, не надо. Да, Олег, давай, быстрее. Вот сюда. Оп, вот так вот. Все. Ребята, за вами бежим. Нет, он не поймет. А, нет, поймет. Макс. Сука. Нет. Стой, походу не понял, подожди, не понял. Подожди, бегает. Стой, да мясо. Не, Паш, зайди в дом, нам нычка находится. Хорошо, Олег, хорошо. Мясо. Нам нычка. Мясо. Да что ж, сука. Тихо, я пока посижу. Да никуда там запрыгивать не надо, Паш. Я видел, что вы куда-то запрыгивали. Паш, да никуда не надо запрыгивать, Паш. Да кто тебе сказал, что куда-то нужно прыгать? Скажи, пожалуйста. Да. Паш, тебе... Я видел, что вы... Да, Андрей. Тебе никто ничего не говорил. Никуда запрыгивать не надо, Паш. Тука. Что делать? Как ты я назад открыл? Паш, я не понял, это что за... Нет, сука, это не дело. Залагало что-то, О, привет. Нет, да, я дал ему в голову, Олег, беги. Нет. Иди, Олег. Нет. А, он в дом бежит. Нет, тварь, стой. На месте стой, тварюга. Пожалуйста. О, все, пацаны, я с вами. Палил. Да он не знает, он не увидел. А, увидел. Бегите, пацаны. Да, Олег. Бегите. Да, ну, нет, из-за тебя, Олег. Как смысле? Я-то тут при чем? Откуда ты узнал, Паша, скажи? Скажи, пожалуйста, я никуда никого не приводил, не надо. Да хватит, отстань от меня, пожалуйста, я тебя очень сильно прошу. Максимка, иди ко мне. Она у меня появилась, лишь секундочка, чтобы куда-нибудь убежать и спрятаться. Да Макс, стекло, сука. Может быть, да? Может быть, а, я понял, у него этот бот-мод, короче, так, я понял, ай. Все. Может быть, здесь? У меня 8 хп, сука. Все, посижу, пожалуй, пока здесь посижу. Ну давай, Паша, тебе осталось найти только меня. Посмотрим, справишься ли ты с этим, или провалишь свою задачу, свою миссию, и подойдешься всех маньяков. Ну давай, посмотрим. Сидеть с открытой дверью, и где игровой автомат в ящике, это не супер. Нет. Уходи, кстати. Выпрыгивать из окна не лучший вариант. Ой, мам. Нервничал. Ну, блин. Это месть за Андрея. Я сидел в такой надежной нычке. Это просто. Так, пацаны, в нычку быстрее бежим. Вот сюда вот, Хорошо, давай. А тут есть еще? О, да, лол. Так, давай, Макс, я иду за тобой, потому что я не знаю, куда. Паша, ты... Паша. Я с вами. Нихера. Подожди. Серьезно? Дима, что я нашел? Нормально вообще. А хочешь прыгать? Я на рандом туда пошел. Я не знал, что тут есть такая... Паш, тебе бы лучше было, на самом деле, мне кажется, с нами. Серьезно? У нас такая офигенная нычка. Просто капец. Опа, дверки открылись у Андрея в разные стороны. Андрей? Андрей. А, что? А что, а выйти вы не... Я уже вышел давно. В смысле?
В смысле? Блин, Андрей, что ты врешь? Я вижу, что ты внутри, Андрей. Я вижу, у тебя рука торчит. Андрей, ты что нас это? Ты что пытаешься? Что ты выходишь, глядишь по сторонам? Давай, давай. Ну давай, смотри в оба, Андрей, смотри в оба. Ой, забавно. Вот такие нычки я люблю, вот такие нычки я прямо обожаю. Где вы находитесь? А вот тебе все скажи, Андрей, а вот тебе давай. Мы находимся высоко над тобой. Очень высоко, Андрей, так высоко, что ты даже представить себе не можешь. Андрей, в воде ты никого не найдешь. Андрей, ты понимаешь, что вода — это не твой друг, Андрей. Вы высоко надо мной, вас нет. Андрюшенька, привет. Андрей, кому ты говоришь привет? Да тебе говорю. Андрей, что ты около домика стоишь? Вот, Андрей, ты еще в домик горишь. Андрей, ты прям над нами. Опа, я где-то видел в бассейне какой-то. Или под нами. Это я, это я. Правильно, под нами, точнее. Я пошел. Олег, в бассейне кто-то был. Да нету, у нас нету в бассейне. Андрей, нет у нас в бассейне. Ну я тебе серьезно говорю, Андрей. Я бегу за Пашей. Андрей, нас ни в доме нет, ни в бассейне, нигде. Мы вообще, ты понимаешь? Мы призраки. Вот, да, я тебе серьезно говорю, мы не в доме. Ой, дебил, тебя забайтили, он не в гараже. О, нет. Нет, ну подожди, серьезно? Андрей, ты чего? Да забайтили, реально. Как так, Андрей? Да не в сортире, он за дом побежал. Андрей, ты понимаешь, Паша тебя привел сейчас туда, где, по идее, находимся мы. Ну ты даже не обратил на это, я тебе серьезно говорю. Ну зайди ты в гараж, и внимательно все изучи. Да нормально, погоди, нормально. Он все равно не найдет, Так, консольная команда Kill Quad. Да не надо. Андрей, давай, заходи в гараж. Ну что, да? И внимательно все изучай. Вот прям внимательно, прям деталь за деталью, понимаешь? Выключатель, все, ничего нет больше. Ну, внимательно, посмотри, может быть. Вот когда машину в сервис как бы завозит, что там с ней делать? В смысле? Проверяют. Я в смотровую яму упал, ничего здесь вот, нет. Вот, ну ты посмотри, ты понажимай везде. Что там такое? Андрей, что нашел? Андрей, что-то интересное там, да? Ну-ка. Я знаю, куда так она... И куда она ведет? И куда? Я понял. Все. Макс! Макс! Да пошел! Макс! Уходи оттуда! Да все! В смысле, чего? Ты спалил! Да кого спалил? В смысле? Вот зачем? Да потому что че мы на одном месте сидим, не интересно побегать хочется. Вот, мы бы его тролли, он бы горел и потушил. Я сделал, да ты себя унизил, да. Андрей, заткнись. Андрей, ищи дальше. Андрюшенька, я выиграл его. У меня самое, понимаешь, самое предсказуемое, наверное, нычка. Если бы я захотел уйти, я бы ушел. Андрей, поверь мне, это твоя слабость. Остался. Нет, это я просто слабость. Остался. Паш, напиши в чате, тебе, где ты находишься, Паш. Ты может лох. Быть, я прибегу, пока они там спорят. Поговорим, почти. И выпрыгиваю в окно. Ой. Я понял, Паш, спасибо Олег за подробности. Олег в сортире. Кого ты? Я сейчас буду Олега в этом сортире мочить. Нет, просто. Нет, не будешь месть, ты никого Олег. Мочить, Андрей, не это будет. Месть. Давай, вымочи его. Андрей, ты лох, пожалуйста, давай хотя бы ради меня замочи его. Только не закрывай, будь мужиком, дверь не закрывай с собой. Он направо побежал. Никуда не убегал. Никуда я не убегал. Не, Макс, 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 пожалуйста. Не надо. Макс, пожалуйста, не надо. Ты месть. Макс, нет. Да нет его. Он выбежал. Он побежал прямо назад, иди, он в доме. Правильно. Я вижу его, он меня просвечивает сквозь. Где он? 40 секунд, где он? Андрей, ты серьезно, что ли? Он на кухне. Да нет, он на кухне. За стеной. С другой стеной, где, сука, умывальник ссаный. Он выбежал. Андрей, ты серьезно, он... что ли? Андрей. Он за домом. Ну давай, Андрюшенька, он в подвал бежит. Побегаем. Будь мужиком, остановись. Он в подвал бежит. В смысле, зачем мне останавливаться? Направо повернул в подвале, потом опять направо. Та-та-та-та-та, Андрюшенька, 12 секунд. Андрюшенька, молодец. Такой мужик просто. Он просто прям бежит. Конечно. Он просто прям бежит. Мужчина должен быть прежде всего. Ну давай, Андрюшенька, 2, 1. И да! Так, ну что, Олежек, Максимочка у нас теперь кто? Конечно, маньяк, Максим, маньяк, у нас Максимыч, маньяк, пацаны, погнали. За мной, вот сюда. Вот так вот. Олег, всё, ну отсюда, это же баян. Ну как, ну он не поймет, что мы тут. Он, по крайней мере, сразу до этого не дойдет. Хабосный гараж, этот дебил. А можно свечиться, если Зевс хотя бы выдам? Так там Зевс можно подобрать. Он меня не берет, я серьезно говорю. Я тебе отвечаю. Хорошо. Включил. Давай. Заходи. Мап, мне Зевс не удается. 500 рабблс. Мне Зевс не удается. В смысле? Я серьезно прописываю, мне не удается. Так можешь искать ножом. Мы все до этого искали ножиком. В этом нет ничего такого, понимаешь? Я что, лох, что ли? Да какая разница, чем искать? Наоборот, если ты ищешь этим ножом, то усложняет задача. Так, пацаны, сидим в доме и не выходим. О, не понял. А почему мне. Кто мне сейчас только что выдал Зевс? Не понял. Че это было такое?
Так, это ладно. Можно скиньте Макс, мне зевс. А как мы тебе его... Нет, пока не можем, пока не можем. Попозже сможем. Макс, пока не Макс, заходи в дом и ищи нас в доме. В доме так много нытик. Здесь столько всего интересного. Да вы на крыше там заныкаете. На какой крыше? В смысле? Я сейчас попробую пойти отнести Максу зевс, но только надеюсь, что меня не увидит. Андрей, рискованно. Если мне вынесешь, выдашь его, я тебя не убью. Я тебе отвечаю. Это как, знаете, когда гулял раньше в детстве, водичку, знаешь, кто-нибудь выносил из друзей там или что-нибудь типа такого. Ну давай, давай, давай. Ой, бля, он меня видел! Ой, Андрей, ты... Ой, хорошо, Макс, пацаны! Пацаны, спасибо, вы издеваетесь, пацаны, ну, один Андрей, патрон! Я Максу Зевс отнес. Вот, пацаны, уходим, 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 уходим. Нам пора уходить, парни, все, КГ. Если Зевс дал, Макс нас сейчас всех найдет. Ага, выключай! Я это видел, а я все видел. Да это месть для Андрея. Зачем ты свой чит включил? Паша, Паша, Паша. Слышь, Олег, зачем ты мой свой чит включил, алло? Чтобы я взял Зевс. Так, тут, тупой, тут, я тебе за все так говорю. Ничего нет, тут ничего так, нет. Паша, уходим, уходим. Так, стой, тихо, сейчас, сейчас. Олег. Что такое? Сюда, сюда, сюда. Так, давай. Отлично, отлично, отлично. Все, Настя. Все, сидим, отдыхаем, чилим, все. Паша, что, рассказывай, как там дела твои вообще? Че нового вообще, а? Там сейчас покажу. От маньяка ничего не слышно, не видно, не. Там это, Макс, ты нас вообще искать собираешься-то вообще, нет? Ну где? Мы в доме. Мы в доме сидим, отдыхаем, я же говорю. Вот, неподалеку от нас есть игровой автомат, вот. Да, что, какую еще подсказку можно дать? Слушай, а по идее-то он может залезть на крышу и посмотреть, где мы находимся. Па, что-то мне подсказывает, что мы с тобой находимся вообще в небезопасной нычке. А он внизу, внизу. Он внизу, я вижу, я его вижу, я его вижу. Что-то он там делает, погоди, чего-то он все кнопки подряд нажимает. Я здорово. Понял. Здорово. Паш, не подходи, у него тазер, У меня нету, я не могу его себе выдать. А, ну хорошо. Тогда Паша. Он не берется. Погнали. Паш, погнали, убегаем. Да перезапускай. Что? В смысле? Нахер ты перезапустил? Кто? Я ничего не перезапускал. Это Макс перезапустил. Я не перезапускал, я Зевс нажимал. Ох, ладно, прошлый раунд был супер странный, он по какой-то непонятной причине перезапустился. Ага, так, я понял. Ну, вы уже, наверное, догадались, да, то, что маньяк теперь я. И, пацаны, поэтому вам будет ГГ. Только вот у меня один вопрос. А как ты туда залез, Максим, а? Телепорт. Как ты туда попал? Можно, пожалуйста, поинтересоваться? Олег, он туда попал. Молча, ага, не поверишь. Молча, хорошо. Сейчас я попробую пробраться к нему. Мне вообще здесь по кайфу, где я сейчас нахожусь. Вообще, тупо. Если я... Вот. Так. Ты где? Максим! Ты где? А какая разница, Максим? Стоп, ты где? Какая разница, а? Да блин, там нереально как-то... Да как... Неважно, где я был. Это сейчас что было такое, а? Где? В смысле? Макс, ты меня тут не принимай, пожалуйста. Я ассасин. Я все видел. Я ассасин! Какой ассасин? Ассасин это Андрей! Не, ну ладно, хорошо. Так, пацаны, Олег, что я тебя так что вижу, просто так близко, это просто капец. Олег, Паша, ты зачем сделал? Паш, ну ты, конечно, даешь вообще, а? Так, я не думаю, что Андрюшенька пошел бы вниз. Так, значит, Андрей... А, да, Олег, ну удачи. Ну погоди. Опа! Здрасте. Ну дайте, Олег, дайте пока Макса выйду, покажу, пойдем. Ну давай, хорошо, покажи. А он наверху, я знаю. Не, я знаю, когда попасть. Ну, давай, если ты знаешь, куда попасть, то окей, хорошо. Смотри, давай. Пойдем. Да ты дай пройти. Так иди, иди, тебе никто не мешает. Давай. Чтобы он меня не спалил. Мы остались наедине, Олег. Вообще-то я собирался, чтобы Олег прошел дверь, я хотел заключить. Ну что, Олег, давай. А я до этого догадывался уже. Ты где? Я тебя вижу. Капец, Максим глупый просто. Я здесь. Я тут, а? Я здесь. Я ищу, ты чё, блин? Мозгов и хуй. О, расстреливаются, серьёзно? Не, ну тут я... Макс, ну ты же понимаешь, что я туда никак не попаду. Ты же понимаешь, что ни одного телепорта не ведёт. Понимаешь, не ведёт. А, ты проходил карту, да? В смысле, проходил карту? В смысле, я смотрел просто нычки, понимаешь, и всё. Как? Я сейчас трублю это бревно. Отлично! Хорошо. Ну все, Макс, сука, я застрял. Ну все, это ГГ, это диди. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по маньячку в КСГО подошла к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. И вы, как всегда, поставили свой лайкусик и подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Копи, Фреш, Антифай и Квейнс. Не забудь подписываться. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.